Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете купить у нас не только качественные запчасти, но и качественные мотоциклы. Запомните этот бренд «МотоСтронг». Здесь, на лучших условиях, вы можете приобрести мотоциклы без пробега по странам СНГ, полностью обслуженные и без аварийного прошлого. У нас привлекательные цены на мотоциклы в отличном состоянии. Весь ассортимент представлен по ссылке в описании. Звоните, таких классных мотоциклов вы нигде не найдете. Если вы не можете приехать к нам, то мы сделаем видеоосмотр мотоцикла и поможем с доставкой его в Россию. А прямо сейчас мы разберем суперсовременный турбодизель, который достался всем автомобилям и маркам концерна ВАК. Реально, автомобилей с этим двигателем становится все больше и больше с каждым днем на наших улицах. Итак, встречаем 1.6 TDI. Во второй половине 2009 года на автомобилях концерна ВАК появился новый 1,6-литровый турбодизель, который имеет обозначение CAYA, CAYB, CAYC. Этот мотор относится к семейству EA189 и развивает от 75 до 105 лошадиных сил. В первой половине 2013 года появились глубоко модернизированные двигатели под старым обозначением 1.6 TDI. Эти моторы развивали мощность от 75 до 110 лошадиных сил, имели разнообразные каталожные обозначения CRKB, CXMA, CXXB и другие. Эти моторы ставились на автомобили марок Audi, Seat, Skoda и Volkswagen. Так вот, это не просто модернизированные двигатели, а совершенно новое поколение двигателей 1.6 TDI. Относятся к модульному семейству двигателей EA288. С первоначальным вариантом 1.6 TDI у него общая геометрия цилиндропоршневой группы, то есть диаметр цилиндров 79,5, а ход поршней 80,5 мм. Блок чугунный, родственный мотор 2.0 TDI. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который непосредственно приводит один распредвал, а второй распредвал приводится зубчатой передачей. То есть это общие черты моторов двух разных серий EA189 и EA288. У этого двигателя совершенно новая и оригинальная ГБЦ, которая продувается газами поперечно. То есть пары впускных и выпускных клапанов каждого цилиндра располагаются в ГБЦ поперечно. То есть каждый распредвал приводит и впускные, и выпускные клапаны. Двигатель 1.6 TDI получил множество ультрасовременных решений. Например, во впускном коллекторе находится интеркулер, насос системы охлаждения отключаемый. Как и на первоначальном варианте двигателя 1.6 TDI, масляный насос приводится зубчатым ремешком, который находится в поддоне. На обновленном двигателе к корпусу масляного насоса добавлена секция вакуумного насоса. Окислительный нейтрализатор и сажевый фильтр находится в непосредственной близости от турбокомпрессора под капотом. При этом, по сравнению с 2.0 TDI, 1.6 конструктивно проще. Нет балансирных валов и фазовращателя. Что можно сказать о надежности двигателя 1.6 TDI второго поколения? Этот двигатель выпускается сравнительно недолго и пока серьезных проблем не вызывал. Отдельно стоит отметить, что хлопоты вызывает сажевый фильтр и его прожиг. Также стоит обратить внимание и на систему EGR. Вообще складывается впечатление, что этот двигатель надежный, так как и его предшественник. И сегодня мы сделаем подробный обзор на этот двигатель, рассмотрим все узлы и агрегаты, чтобы обратить внимание на нюансы. Этот двигатель снятый с Seat Toledo 2016 года, и он нерабочий. Ремень навесных агрегатов натягивается роликом с гидравлическим натяжителем. Шкив коленвала демпферный. А вот здесь на клапанной крышке находятся два датчика, которые меряют противодавление в выпускной системе. Таким образом, компьютер определяет степень забитости сажевого фильтра. Выпускной коллектор обновленного двигателя 1.6 TDI представляет из себя многокомпонентный модуль, в основе которого турбокомпрессор Garrett 1244VZ с изменяемой геометрией, управляемой вакуумным актуатором с датчиком его положения. К корпусу турбокомпрессора прикручен фланец, в
который подается свежий воздух из впускного тракта. Также сюда подаются отработавшие газы из системы ЕГР и картерные газы по двум отдельным каналам. Все эти газы прессуются турбокомпрессором и отправляются к впускным клапанам через интеркулер. Пока эти турбины ходят нормально, и спросом на разборках особо не пользуются. Во впускном коллекторе двигателя 1.6 TDI отсутствуют вихревые заслонки. Они сюда просто не поместились. А за завихрение потока впускаемого воздуха отвечает особая форма фасок впускных клапанов. В комментариях вы пишете, что очень сильно по нему скучаете. Итак, встречаем, Павел! Здравствуйте! И мы начинаем нашу разборочку! Сняли элементы впускного коллектора. Вот это так называемая дроссельная заслонка. Она имеет электронный привод. Здесь расположен датчик температуры воздуха до интеркулера. На интеркулере расположен датчик температуры воздуха после интеркулера. На вот этой трубочке висит датчик давления воздуха. А вот это электронасос, который отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости через интеркулер. Как вы видите, интеркулер с жидкостным охлаждением. Таким образом, есть возможность управлять охлаждением сжатого турбокомпрессором воздуха. А теперь взглянем сюда. Как мы видим, весь этот мотор построен вокруг экологии. ЕГР работает интенсивно, в разных режимах и управляет охлаждением отработавших газов. Рано или поздно возникнет необходимость чистить жидкостный радиатор интеркулера. А теперь виновник торжества. Система ЕГР на двигателе 1.6 TDI на обновленных двигателях создана из абсолютно новых компонентов, но архитектура старая. Клапан системы рециркуляции отработавших газов может иметь отдельный контур охлаждения на двигателях под Евро 4, а может не иметь его совсем на двигателях под Евро 5. У нас же лайтовая версия, здесь интенсивно охлаждается сам клапан. Клапан ЕГР на двигателях 1.6 первого поколения проблемный. Он подклинивает. А вот на двигателях 1.6 TDI второго поколения клапан ЕГР лучше. Мы проанализировали и выяснили, что у него упрощена и улучшена конструкция. При открытии грибок клапана опускается вниз, а рабочая часть штока не загрязняется отработавшими газами, а при закрытии еще и очищается. Поэтому такой клапан будет беспроблемно служить очень долго. Чем новее двигатель, тем больше в нем пластиковых деталей. Вот по этой трубке антифриз поступает в помпу. Вот это полностью пластиковый стакан масляного фильтра. Хорошо, что здесь алюминиевый теплообменник, по-другому нельзя. Между чугунным блоком и корпусом масляного фильтра установлены вот такие прокладки. Так что, если потечет, то знайте, могут потечь эти прокладки. Здесь же находятся два датчика давления масла. Вот этот датчик сообщает об аварийном снижении давления, а вот этот датчик сообщает ЭБУ о производительности маслонасоса. Потому что маслонасос здесь с изменяемой производительностью, двухступенчатый. К
Клапанная крышка двигателя 1.6 TDI пластиковая. Здесь находится вакуумный ресивер, маслоотделители системы ВКГ, а также мембранный клапан регулирования давления в картере. Один из маслоотделителей центробежного типа для тонкой очистки картерных газов. Что можно сказать об особенностях? Клапанная крышка установлена на резиновой прокладке, которая со временем затвердеет и начнет пропускать масло. Мембранный клапан регулирования давления в картере находится под вот этой крышкой. Здесь есть отверстие для сообщения с атмосферой. Когда мембрана лопнет, то здесь будет слышен отчетливый свист. Под клапанной крышкой два распредвала. Напомним, что пары клапанов здесь располагаются поперечно. Стоит отметить, что здесь рекордно узкие кулачки, то есть чем новее мотор, тем больше экономии. С маслом у этого мотора проблем не было, но кулачки заржавели. Это одна из причин разборки этого мотора. Зубчатый ремень ГРМ на модернизированном двигателе 1.6 TDI короче, чем у предшественника. Из механизма натяжения исчез ролик, который находился возле ТНВД. В целом же маршрут такой же у ремня, то есть оббегает шкив распредвала, шкив коленвала, приводит помпу и ТНВД. Ширина прежняя 25 мм. По поводу натяжителя ремня ГРМ. Концерн ВАК проводил целую отзывную кампанию, которая коснулась двигателей 1.6 TDI и 2.0 TDI, выпущенных до 02.10.2016. Дело в том, что вот этот натяжной ролик начинал скрипеть после попадания на него песка. Одним словом, при появлении постороннего звука во время работы двигателя надо обратить внимание на натяжитель. Быть может, он стал жертвой влияния внешних факторов. Производитель для моторов семейства EA288 устанавливал детали привода ГРМ от трех разных производителей. Финальным нескрипучим вариантом ролика является ролик с алюминиевой скобой, а скрипящий вариант – ролик со стальной скобой, выкрашенный в черный цвет. В нашем случае по скобе и по ролику, по производителю ролика, мы видим, что у нас последний некосячный вариант. При появлении скрипа на последних моторах производитель, внимание, рекомендует специальную смазку для ремня ГРМ. При покупке деталей привода ГРМ надо убедиться, что продавец предоставил вам детали последней ревизии, потому что концерн ВАК как минимум 4 раза менял поставщиков этих деталей. Топливная система на двигателях 1.6 TDI устроена принципиально одинаково. Подкачивающий насос в баке, датчик температуры топлива, топливный насос высокого давления с дозирующим клапаном, также топливная рампа с датчиком давления и регулятором давления, 4 форсунки, топливный фильтр подогревается топливом из обратной магистрали. Первоначально поставщиком топливной аппаратуры была компания Siemens VDO, она же Continental. Затем в новых моторах уже стоит топливная система от компании Bosch с топливным насосом высокого давления Bosch CP4HS1 и электромагнитными форсунками. Топливный насос в данном случае одноплунжерный и способен создавать давление 1800 бар. Насос CP4HS1 на новых моторах 1.6 TDI ни в чем криминальном замечен не был. Но мы знаем, что насосу CP4 свойственно проворачивание толкателя плунжера, после чего кулачок толкателя не обкатывает ролик, а становится поперек него, после чего кулачок и ролик соприкасаются и начинают стругать стружку, которая разносится по всей топливной системе. Насос в таком режиме может работать достаточно долго. Первыми сдадутся форсунки, потому что будет изношен клапан, мультипликатор, и форсунки будут лить много топлива в обратную магистраль. Топливный насос Bosch CP4HS1
Спросом особым на разборках не пользуются, а вот форсунки пользуются, поэтому они проданы. Напомним, что форсунки не пьезоэлектрические, а электромагнитные. В системе охлаждения двигателя 1.6 TDI три насоса. Основной насос отключаемый. При холодном двигателе, когда он не прогрет, циркуляция охлаждающей жидкости не происходит ни в рубашках охлаждения, ни в ГБЦ. Помпа имеет классический механический привод. Крыльчатка, посаженная на приводной вал, вращается постоянно для отключения крыльчатки. На нее надвигается колпачок, и тогда циркуляция охлаждающей жидкости не происходит. Но крыльчатка все равно вращается. Эта управляемая помпа успела вызвать уже немало хлопот. Во-первых, она может заскрипеть из-за износа подшипника ротора. Также вот этот колпачок пластиковый может заклинить в закрытом положении, после чего циркуляция антифриза не будет. В продаже есть уже пассивные помпы с металлической крыльчаткой от хороших производителей. И при нефункционировании данной помпы двигатель 1.6 TDI обновленный не склонен к перегреву, потому что циркуляцию антифриза поддерживает одна из двух электрических помп. В нашем случае помпа мертва, колпачок поела коррозии, он лопнул и заклинил. Помпа, конечно, не подарок, но остается вопрос, что было залито в систему охлаждения. Головка блока цилиндров состоит из двух частей. В верхней части находятся распредвалы. Извлечь распредвалы из этой конструкции невозможно. Дело в том, что все это собирается на производстве специальной оснастки. В чем суть? Кулачки и рама фиксируются в определенном положении. Затем кулачки раскаляются, и в них вставляются охлажденные трубы распредвалов. И это нам говорит о том, что если что-то случится с распредвалами, то придется менять всю вот эту деталь. Каналы охлаждения в ГБЦ сделаны двухъярусными. Нижние каналы более развитые для лучшего охлаждения камер сгорания. Верхние и нижние каналы объединены в ГБЦ через проходное отверстие и соединяются на выходе из ГБЦ. Страшные особенности этого двигателя закончились, ну а по механике, в частности по ГБЦ, нет никаких проблем. Наша ГБЦ в отличном состоянии. Блок двигателя чугунный с укороченными и открытыми каналами охлаждения для ускоренного прогрева. По состоянию цилиндров хона нет. И видно, что маслосъемные кольца не работали, масло сгорало в камерах сгорания и отложилось вот таким нагаром на стенках цилиндров. В поддоне обновленного двигателя 1.6 TDI находится модуль масляного и вакуумного насоса. Вся эта конструкция приводится зубчатым ремнем от коленвала. К тому же этот ремешок смазывается маслом. Вся эта конструкция, вернее часть этой конструкции, прикрывается крышкой, в которой находится передний сальник коленвала. Конструкция регулируемого маслонасоса от ВАК
практически повторяет конструкцию маслонасосов с двигателей Renault, например, с H4B, который мы уже, кстати, недавно разбирали. Изменение производительности этого маслонасоса происходит за счет изменений объема камер всасывания и сжатия. Для этого корпус маслонасоса сделан подвижным относительно ротора. То есть корпус, в котором вращаются шиберы и ротор, передвигается. За его передвижение отвечает управляемый клапан и пружина. Давление масла регулируется ступенчато до 2 бар. Первая ступень и более 3,8 бар – вторая ступень. Для того, чтобы двигатель не остался без достаточного давления смазки, при том, когда управляющий клапан неисправен, вход приходит сила пружины. И тогда управляющий соленоидный клапан отключается. В вакуумном насосе используется ротор с одним шибером. Уже известный случай подвывания этого вакуумного насоса. Вой слышен при работе двигателя со стороны поддона. Пока серьезных поломок и заклинивания вакуумного насоса не было, но уже были случаи, когда дилер менял вакуумные насосы по гарантии при наличии жалоб со стороны владельцев. Ну и по традиции мы расскажем, какое же масло отлично подойдет к этому мотору. К данному двигателю отлично подойдет масло Elf Evolution Full Tech LLX с вязкостью 5W30. Выгодно приобрести его вы можете у нашего партнера компании Armtec со скидкой 10%. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Кстати, скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов Armtec. Armtec является единственным официальным дистрибьютором моторных масел Эльф в Республике Беларусь. Странная ситуация здесь была с маслом. Оно не отлегло лаковым налетом, но в масле явно был мусор. Это отчетливо видно по бороздам на коренных вкладышах, на шатунных вкладышах, и шейки коленвала потерты. А теперь взглянем на поршни. Поршни не облегчены, так как они дизельные. Графитовое напыление присутствует, немного потерто. Отдельное возмущение вызывают тонкие маслосъемные кольца. В них очень маленькие отверстия для отвода масла. И нет в поршнях ни отверстий, ни выемок для отвода масла. Верхние коренные вкладыши с поверхностным износом. Естественно, в блоке присутствуют маслофорсунки. В дизелях без них никуда. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали переусложненный современный дизель. Все здесь сделано для того, чтобы экологи были довольны. Все эти системы, естественно, со временем будут вызывать только вопросы. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».